В зоне флеш-интервью Харьков Дмитрий Вячеславович, тренер команды «Сокол». Скажите, пожалуйста, что сегодня не получилось у команды? Ну, у нас сегодня не получилось вообще ничего. У нас сегодня футбола не было, у нас была борьба с мячом. Поэтому трудно это назвать футболом с нашей стороны вообще. Однако в конце вы поддавили, началось что-то получаться, связано с удалением или команда прибавила? Я думаю, что просто соперник позволил себе чуть-чуть расслабиться, и мы забили. А то, что назвать это то, что мы что-то создали, я даже не сказал бы так. Просто соперник позволил забить нам. У меня еще один вопрос. Главный тренер, он легенда ульяновского футбола, играл в 80-е, в 90-е за «Волгу». Он рассказывал об этом что-то, настраивал как-то ребят? Да, конечно, он рассказывал. И мне, и ребятам. И хотелось ему, конечно, здесь, на этой земле, можно сказать, родной, сыграть достойно, увести отсюда очки. Но футбол такая вещь, что то, что здесь один всего лишь победитель. Сегодня на голову была команда «Волга» сильнее нас. Поэтому не получилось порадовать Вячеслава Анатольевича. Ясно. Мы желаем удачи в дальнейшем. Всего Спасибо. Доброго. До свидания.